Всем привет, у нас сегодня распаковка и покупки. Берем штучку. Дерзко дрем ее. Или дерем, как правильно? Раздираем. Берем. Берем. Нормальненько. Берем. Берем. Бери. Ну как раз сразу и померишь. Давай, давай, давай. Ты, по-моему, уже все раздербанил. Только не бибики, как я это обычно делаю. Не раздербанил, а раздер. Раздел коробку. Так. Что у нас? Слушай, я забыла, что я заказывала. Что-то себе и не себе. Штуку красную, а что это такое? А что это? А тебе подарочек? Андрей, это тебе подарочек, а не мне подарочек. Подожди, а это что? Это мне. Да подожди, нет, это походу... Ай! Да, это мне, это я себе мужскую ветровку я себе заказала. И носочки мне. А носочки, это я, ну я в таких... Это женский размер, Андрей, 39-й. Это я в икухе. Водовес. Вау, это я буду бьет, но если мне не подойдет, я тебе отдаю. А вот это тебе. Ну, по идее, вот это, которое тебе, надо расстелить тебе. И должно было быть мне. А, ну, получается, что Вики, потому что она уже забила себе. Начинается. Ну, ты же шарфики не носишь, ну? Нет? Буду. А ну, тогда тебе. Ну? А ну. Вау. Опа. Какая себе шапка какая-то. Давай, бери. Ну, примерно такой же мы с тобой искали. Да. Что-то какая-то она здоровая, что ли. Да лучше как-нибудь. А ну, повернись. Нормально. Ну что, нормально же? Да. Ой, что-то я тебе нормально, не сильно как... Нормально же? Да. Ну, поздравляю. Спасибо. А шарф Вика себе забила, она хотела в клеточку. Спасибо. Ага. Пожалуйста. Ой, пожалуйста. Шарфик, ой, ну не знаю. Шарфик я дома надену. Шарфик? Ой. Надену. Пап, а? Ты же не носишь. Что-то мне понравилось. На работу будешь одевать? Шарфик, да. К клиенткам? А ты будешь с этой пимпой ходить? Ну что, нормально. Она такая мягенькая, это я тебе скажу. А, так и должна. А не то, что вот эти резинки мы все время... Вот ветровка. Туговато. Надо худеть. Но так классная.